See you soon, brother. I'll see you very soon. Thank you. Good job to the guys. Good. Smashed it. Thank you. Hey guys. Hey guys. I'll see you very soon. Good job today, guys. You smashed it. So those are the Ukrainians who totally dominated today at the Fujair Armor Sling event. What they did is they told us to bend over and just take it with no lube, just and take it. Left us gaping. But I want to say that Larry was quite good, despite that a couple days before he had 3 days practice with Devon Larratt, so for sure his arm was tired, but anyway, he did a great job in organization and participation in such cool event. Hello, my dear friends. Now you will be able to see and enjoy not just the view of Dubai and its taste, but also I will tell you about the secret arm wrestling competition which took place here in Dubai, where Larry Wills and smaller brother of Rustam Babaev took a part, and their comments after about it. Don't forget to put a like, share this video, and make a comment. Смотрите, кто ко мне в гости в Дубай приехал, чтобы показать силу настоящего украинского арма местным индусам. Так что следите. Всем приятного аппетита. Мясо. Ой. Ну, правильно, скоро соревнования, нужно набирать калорий. Калории — это энергия, ё-моё. Не вижу вашу улыбочку. Едем, едем на взвешивание. Передайте все привет. Посмотрите только, какие виды у нас за окном. Здорово. Привет. Здорово. Идем на регистрацию. Вот, проходят регистрацию наши спортсмены. Допустили Руслана Бабаева к соревнованиям. Все, будем ждать завтра. Руслан уже прошел регистрацию. Сейчас осталось только взвеситься. Вот Снежана, тоже судья этих соревнований. И Саня Маслов. Пожелаем Руслану Бабаеву удачи. А кто это у нас здесь? Кто это? Представьтесь, пожалуйста. Человек, который курит. Судья местных соревнований по армрестлингу. А вы кто, молодой человек? Ты вообще никто. Ты зовут меня никак. Ну, удачи вам, молодой человек. Ну, спасибо. Вот главная сцена, на которой уже завтра будут проводиться армфайты. Все, мы спокойно зарегистрировались и идем кушать, набирать энергии на завтра. Так, а сейчас вся команда Бабаев Тим зайдет набирать калории для завтрашних боев в KFC. Приятного аппетита. Так, а сейчас мы находимся в местном супермаркете. Покупаем йогурт. Карт.
Вот уже и вечер подошел к концу. Время идти в номер, набираться сил. Завтра предстоят большие дела. Сейчас наши спортсмены разминаются. Сначала идут те, кто до 85 килограмм. Вот один из местных фаворитов, чемпион Индии. Вот. Также вот еще один фаворит, тоже с Индии. Только посмотрите на его трицепс. И до 85 килограмм. Ларри готовится. Категория 85+, будет после легкой категории. Сзади меня находится еще один участник в категории 85+. Это просто монстр, посмотрите на него. Будем следить за тем, как он выступит. On this competition, it's gonna be a double elimination system, but organizers will fuck up a bit with it, so don't worry. But some of the competitors will have a different way to the final. Also, I wanna add that I'm too much passionate fan of arm wrestling, and especially arm wrestlers from Ukraine as well, so sorry for screaming and cheering them. Hope you will enjoy the video. Каждому спортсмену присвоили порядковый номер, и сейчас они будут выходить на сцену и по очереди выбирать себе соперника. Вот спортсмен из Британии, занимался регби до этого, в армрестлинге только 2 года. Номер 12. А вот время пришло узнавать соперника нашему 12 номеру из Харькова, Артему Середе, в категории 85+. Итак, посмотрим, кто же ему попадется. Удачи. Итак, номер 8. Так, а сейчас свой номер будет вытягивать Руслан Бабаев, наш фаворит соревнований. Держим кулачки. Давай, Руслан, удачной жеребьевки. Все в напряжении. Кто же ему достанется? Номер 13. Счастливое число. Будет соревноваться с Абдулла Аббасом. Сейчас время Ларри Уиллса узнавать номер своего соперника. Итак, кто же ему попадет? Первый соперник, который он вытянул, был уже занят. Сейчас он тянет второй раз. Еще один номер был. Что-то Ларри не везет. Так, и кого же он все-таки наконец-то вытянул? Будет с Артемом Середой. С нашим украинцем, с Харькова. Ну что ж, пожелаем ему удачи. Артем, удачи тебе. Удачи. Так, а сейчас местный фаворит в категории 85 килограмм до 85, Арджун Вином слева и Максим Полищук справа. Наш украинец. Держим за него ручки. Держим ручки, болеем. Давай, Максим, давай. Так, есть, первая победа за Максимом, есть. Максим, какие ваши ощущения? Какие ваши ощущения? Что хотите сказать? Нормально, потихоньку включаем. Пока никого не знаю, так что будет видно, как это будет. Ну, был молодцом, удачи, покажи руку. Так, а сейчас фаворит соревнований из Индии справа, Мазахир Сайду, будет бороться против местного спортсмена из Эмират. Ну что ж. Болеем за хорошую борьбу, ребятки. Осудит этот матч арбитр из... О! Победа за Мазахиром. Все быстро. Даже не успел представить арбитров. А сейчас мой друг Джефф справа будет противостоять чемпиону Эмират в категории 100+. Ну что ж, посмотрим. Пусть победит достойный. Да, Джефф, красавчик.
А сейчас Бабаев Руслан борется против местного чемпиона, который весит около 190 килограмм. Руслан — девятикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира. Младший брат знаменитого Руслана Бабаева. Битва Давида против Голиафа. Вот так, Руслан. Молодец, красавчик. Easy win! А сейчас на сцену выходит ученик Руслана Бабаева. Справа Артем Середа против знаменитого Ларри Уилса. Ну что ж, посмотрим, кто победят. Украина или Америка? Так ли силен на самом деле Ларри Уилс на настоящих соревнованиях против настоящих профессиональных армрестлеров? Разрыв. Фух. Вы просто не представляете, какая здесь атмосфера, как здесь все наэлектризовано. Есть! Вот, поздравления. Артем, скажите что-нибудь, как ваше впечатление от Ларри? Крепкий малый, крепкий. Очень даже. Поздравляем вас с победой. Так, держать. Подожди, дальше. Подожди. В этом матче с Ларри. Дальше будет только лучше. А сейчас будет борьба между представителями славянских наций. Белоруссия слева против Украины справа. Кто же победит на чемпионате по армрестлингу в Объединенных Арабских Эмиратах? Украина или Беларусь? Есть! Украина! Так, слушай, ну у тебя уже вторая победа. Молодец, так держать. Ну, стараемся. К сожалению, попал на своего из Украины. Но ничего, идем дальше. Желаю ему удачи. Давай, держим за тебя кулачки. Покажи местным, как нужно бороться. Следим параллельно за матчем другого фаворита чемпионата по армрестлингу в Объединенных Арабских Эмиратах в категории до 85 килограмм по кличке Рэмбо слева. Давай, Максим, давай. Держим за тебя кулачки. Есть! Easy win. Красавчик. Ух, сейчас будет битва Михаила Рудакова, двукратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы против местного фаворита, чемпиона Объединенных Арабских Эмират, Мазахира Саиду с Индии. Вот это будет матч. Ух. Разрыв, разрыв. Но судья показывает победу Мазахиру. А сейчас второй раунд в категории 85+. Слева Руслан Бабаев против Джеффри Николсона из Шотландии. Бывшего футболиста в американский футбол. Есть! Easy win! Есть! Все сконцентрированы, думают о своих предстоящих поединках. Обсуждают технику, нюансы и ошибки. My friend Jeff's fight. Jeff, yes. Yes, Jeff. Парень в белом, Михаил, должен был бороться с Ларри, но Ларри отказался продолжать соревнования. И Михаил автоматически прошел на отказе соперника дальше. Так, сейчас продолжается матч в сетке проигравших. Парень слева проиграл Руслану Бабаеву. Парень справа проиграл, Михаил проиграл чемпиону Индии, чемпиону Эмират Мазахиру. Болеем за нашего спортсмена из Украины Михаила Рудакова. Yes, Михаил, легкая победа! Продолжаем матч между проигравшими. Слева парень из Белоруссии Михаил Бобрович. Справа чемпион из Индии. Ну что, посмотрим? А, разрыв. Ей, Михаил вон. Полуфинал. Максим Полищук справа против чемпиона из Индии в категории до 60 и 65 килограмм Рахула. Оба спортсмена выступают в категории до 85 на этих соревнованиях. Молодец, Рахул, молодец. Напряжение просто
не нахожу себе места. Давай, Максим, держим за тебя кулачки. Рахул является чемпионом Индии в категории до 60 и до 65 килограмм. Опять разрыв. Да что ж ты будешь делать? Есть! Есть! Есть, Максим, красавчик! Так, а где же наш финалист, Максим? Помаши рукой своим фанатам. Как настроение, как самочувствие? Как тебе чемпион Индии в категории до 60 и до 65 килограмм? Нормальный, хороший. Но проседает. Есть слабые места. Ну, так, в общем, неплохой. Неплохой, но надо еще тренировать. Удачи тебе в финале. А сейчас будет битва титанов, битва претендентов на победу. Руслана Бабаева против местного чемпиона Мазахира. Ну что ж, посмотрим, чья школа армрестлинга лучше. Ух, Василий. Руслан! Михаил Рудаков, давай. Давай, братец. Еще какой-то раунд, но я уже потерял им счет, если честно. Есть! Давай, Руслан, давай. Болеем за Михаила тоже, но... Прости, Михаил. Руслан, красавчик. Руслан в финале. А сейчас битва за четвертое место между Артемом Середой слева и парнем из Палестины справа. И спортсменом справа. Михаил выиграл. Спортсмен из Палестины проиграл. А сейчас матч за первое место в категории до 85 килограмм. Давай. Фол! Индийский атлет не может поверить и просит перепроверку. Да, локоть сошел. Последний поединок вечера за третье место. Миша, давай! Миша! 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 Yes! Yes! Топ-4 в категории до 85 килограмм. Первое место. Максим Полищук. Второе, Рахул с Индии. Третье, Михаил Бобрович с Белоруссии. Четвертое, местный спортсмен. А сейчас награждение в категории... 85+. Первое место Руслан Бабаев. Второе место Артем Середа. Третье место Михаил. И четвертое место Мазахир Сайду. В категории 85+. Все три наших спортсмена заняли призовые места. Вот это я понимаю. Парни, на камеру помашите. Есть, знай наших. Победителю в категории до 85 килограммов Максиму Полищуку. А за первое место ему дают такую крутую медаль. Памятник. Ну, ха-ха, огонь, да. И призовые в размере 2750 долларов. Неплохо, неплохо. Вот, все наши четыре представителя из Украины. Все в призовых местах на местном чемпионате по армрестлингу. Ребятки, а сейчас о наших спортсменах поделятся впечатлениями местные судьи. So you're inviting us to come again here? Yes. But really, they are so nice guys, and really, we can communicate with them. It's very easy. Ребятки, поняли, вас здесь ждут. Хотите узнать детали? Пишите мне. Я вас свяжу. Посмотри. А сейчас мы спросим у Ларри, как ему было сразиться с нашими парнями. So, Larry, what do you think about our guys from Ukraine? I think they are very strong, and they need to take long vacation. Give me time to catch up. And then next time I show up, I want to give a good match.
So, ребятки, готовимся. So, guys, you should prepare. Thank you, Larry. You're there. Саня, давай. Бори менеджера. Давай, 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 давай. Давай, Саня, вот так. Красавчик, Санька. Вся наша харьковская команда, ну, не только с Харькова, вместе с знаменитым Ларри Уилсом. So, Jeff, what you can say about Ruslan? Ruslan has one of the most lethal inside arm wrestling games I have ever come up against with. So we're going to get back on the table. We're going to learn how to pick that up. So you're inviting him to Dubai Wrestling Club? Of course, he's going to come, he's going to practice, he's going to help us out. How can he help us out? Because we've got a lot to learn. But it's also really good. Thanks, bro. Did you take a picture? Сейчас мы спросим у наших судей, которые судили эти соревнования, как им они и как организация. Привет, все отлично, все турнир прошел супер. Все хорошо прошло, очень хорошие были, была борьба, заруба. Нам понравилось, да. Им тоже, они были рады, нам только что заявили все, что им понравилось. Ну все, классно. А сейчас с пылу жару мы возьмем интервью у серебряного призера в категории 85+. Представьтесь, пожалуйста. Артем с Харькова. Всем привет. Как твои впечатления от соревнований? Как тебе борьба? Очень неплохой такой уровень. В финале проиграл Руслану Бабаеву, тренеру своему. Выиграл Ларри Вилса. Доволен. Красавчик. Еще приедешь сюда? В планах, да, в планах приезд еще один, да, будем стараться. Так, а сейчас мы еще возьмем интервью победителя в категории до 85 килограмм. Представьтесь, пожалуйста, молодой человек. Всем привет, Макс Поліщук. Думаю, багато вже хто з вас знає мене. Можна по-українськи? Так, звичайно. Окей. Так, ну що, виграв змагання, дуже класно, організація просто супер, взагалі все на вищому рівні. Супротивники непогані, досить непогані. Все чудово у нас. Как тебе Рагул, чемпион Индии? Неплохой. Есть промежутки у него, какие надо доработать. Но так, в общем, неплохо. Неплохое. Ну, чуть-чуть поменьше. Надо физухи добавлять. Приедете сюда еще? Ну, конечно, конечно. Обязательно. Сейчас на десерт мы возьмем интервью у абсолютного победителя этих соревнований. Руслана Бабаева. Руслан, скажите, пожалуйста, пару слов. Как вам соревнования? Как вам местные спортсмены? Соревнования хорошие. Довольно-таки ярко проведены. Наверное, по лучшему стандарту мирового проведения. Поэтому, очень-очень красиво все было сделано. То есть, я думаю, что тут ни у кого вопросов не возникает, что это на высшем уровне. Как вам местные спортсмены? Крепкие ребята, тут как бы не поспоришь. Ну, мы же тоже готовились, поэтому Бабаев с Тим. Ну и напоследок, может the вам... The best team in the world. Ну и напоследок, может вам кто-то запомнился из соперников? Кто-то был сложным? Каждый из соперников мне запомнился, у каждого свои преимущества, конечно, поэтому... Как и все люди, мы все разные, у каждого есть свои положительные стороны и свои недостатки, поэтому так и в спорте. Очень много, у всех спортсменов есть свои положительные стороны и сильные стороны. Приедете сюда еще раз? Ну, посмотрим. Многое зависит от организаторов, поэтому, ну, естественно, что и от моего выбора, но надеемся, что это не последний раз. Поняли, ребятки, готовьтесь. До встречи. Okay. How are you doing, Mark? I'm fine. Doing well. Thank you. Ah, beautiful. Thank you, brother. That's not sad. That's not all. Okay. All right. That's like a part of the team now. Thank you.